вообще знак, ну, сегодня нечетный у нас, это нечетный знак, там, будем, то есть, смотреть, где тут номерами будет фиксировать, но это не сразу он фиксирует, то есть он делает два круга, чтобы установить факт, что человек поставил там больше 5 минут, и потом у нас, значит, инспектора будут смотреть за эти номера, открывать их там, устанавливать собственника, вызывать по телефону, человек будет спускаться, там, выходить с работы, не знаю, выставляться на себе материал. Проехали в первый снег. Так, теперь та сторона. И крупный номер, третья фотография. Все, тоже вот все ушло. Вот номер высветился, это значит, что фотография ушла. Все. Нарушение зафиксировано, теперь уже будут решать, выносить штраф по этому нарушению или нет. Моя работа на этом, с этой машины закончена. Сейчас, еще секунду. Хорошо. Все, заехали, все в новостных лентах, теперь нарушительница города Саратов. Потому что не фоткали. А что, часто фоткают? Ай? Часто фоткают? Нет, я вообще просто заехала пакетик вывезти. Не повезло. Работают фаны и очень многие жалуются в этом.